Привет всем, кто зашел на мой канал. Сегодня буду готовить тефтели. Но это не совсем мясные тефтели. Фарш я приготовила из куриных желудков и сердечек. Если не знаешь, из чего приготовлены эти тефтельки, то и не поймешь сразу, что они не из мяса приготовлены, а из субпродуктов. Примерно у меня здесь 100 кг. Пропускаем мясорубки. Половину фарша я буду использовать для тефтелей. У меня здесь 600 грамм. Добавляю 2 столовые ложки овсяных хлопьев. Для тефтелей я обычно лук нарезаю не слишком мелко. Добавляю 1 яйцо. Соль по вкусу. Черный молотый перец. И сушеную петрушку. Но это по желанию. Хорошо замешиваем фарш, чтобы тефтели хорошо формировались. Я обязательно смачиваю руки водой. Выкладываю тефтели в сотейник. Сверху посыпаю морковью. Беру 3 столовых ложки сметаны. Добавляю немного соли, черного молотого перца и также сушеную петрушку. И разбавляю водой. Заливаю этим соусом тефтели. И отправляю в разогретую духовку до 180-190 градусов. Сначала я запекала тефтели в открытой форме. Минут 20. Затем я накрыла форму фольгой. И еще 10 минут они у меня запекались при такой же температуре. Но так как не надо было уходить, я выключила газ. И таким образом у меня тефтели запекались минут 35. А остальное время они находились в теплой духовке. И посмотрите, что получилось. Абсолютно готовые тефтельки. Лук в них полностью протушился. Очень сочные и вкусные получились тефтели. Если вас заинтересовал рецепт, вы можете приготовить. Уверяю вас, это совсем не сложно. Если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайк, палец вверх, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч!